Друзья, всем привет! Как утверждают маркетологи Kia, перед нами стоит один из самых лучших полностью электрических SUV, у которого есть значительный ход, высокие мощности и отличный уровень комфорта. А так ли это есть на самом деле, мы с вами сейчас будем разбираться. Меня зовут Данила Белоконь, передача Автоньюз. Поехали! Kia Niro – это маленький городской семейный кроссовер, который связал свою историю с электрификацией. Есть простой гибрид, есть плагин хабрид, а теперь у нас полностью электрический SUV. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Ну и давайте тогда начнем с передней части автомобиля. Здесь у нас по бокам длинные LED-овские фары. Габаритные огни у нас разделены сплошной линией. И обратите внимание, что кругом здесь есть элементы такого голубого-синего оттенка, которые лишний раз подчеркивают то, что автомобиль полностью электрический. Классический киевский Tiger Nose, да, но в этот раз он закрыт, потому что у нас электрический автомобиль. Поэтому здесь у нас есть отверстие для зарядки автомобиля. Давайте с вами перейдем на боковую часть автомобиля. Здесь можно у нас отметить хромовые линии, которые подчеркивают автомобиль. Так, например, одна красуется на дверях, другая на стойках. Также ручки тоже покрыты хромом. Сами диски, стоит обратить внимание, 17-е, и они будут только такими. То есть у Kia нету других вариаций. Стоит сказать то, что Kia уже в стандарте хорошо укомплектована. Это такая фишка производителей. Вообще немного на выбор различных комплектаций. Только три. Есть EX, TX и Comfort Pack. И всего лишь только 8 цветов на выбор кузова. Давайте посмотрим на заднюю часть автомобиля. В первую очередь обратите внимание на задний свет. Очень интересное дизайнерское решение. Значит, у нас также по бокам здесь элементы синего цвета, что подчеркивает, что автомобиль полностью электрический. Будет также два шильдика, Eco-Electric и Niro. Ну и еще интересный момент, здесь у нас камера задняя хода прямо на дворнике расположена. Багажник у нас довольно объемный, все сумки поместились, 451 литр. Также у нас тут колонка, система у нас, если не ошибаюсь, JBL была, будем ее проверять попозже. Давайте пойдем в салон, вроде здесь все посмотрели. Мы с вами находимся внутри, и первое, что мне бросилось в глаза, это белая строчка, которая красуется вообще по всему автомобилю. Это довольно броско. Из элементов дизайна интересное решение. Черный глянец у нас здесь на дверной ручке. И также здесь сама мультимедиа, она встроена в панели, как будто является ее продолжением. Это тоже интересно, я такого раньше не видел. Что мне здесь нравится? Эргономично то, что сам дверной карман разделен на две части. Один есть, куда можно поставить бутылку, и она будет, ну, крепко держаться там. Также тут заметил большую колонку, по бокам тоже. Система JBL, как я уже говорил, мы будем с вами ее тестировать чуть позже. Мультимедиа и панель управления у нас цифровые. Сама приборная панель у нас выполнена, скажем так, в стиле нулевых, да, то есть вот если вы помните, то что здесь абсолютно физические кнопки, ничего лишнего, и я думаю, то что вы сразу, когда сядете, разберетесь, что к чему. Две зарядки у нас, есть USB, есть прикуриватель, внутри у нас глубокий карман с беспроводной зарядкой, тут у нас также глубокий центральный карман. Давайте посмотрим, что у нас тут подлокотники. Здесь у нас красуется еще одна зарядка, так что все ваши друзья смогут заряжать свои смартфоны. Можно все закрыть.
чтобы не мозолило глаза. Сами сиденья выполнены из очень такой качественной кожи, я думаю, будет довольно комфортно ехать. Я поставил телефон на зарядку. Немного не очень эргономично его будет доставать, да, то есть, и он будет все время, ну, чехол обязательно. Это так, маленькая заметка, мало места довольно, то есть, и его сложно зацепиться. Знаете, мелочи, но все-таки стоит обращать внимание. Так, давайте еще посмотрим на коробку передач. Здесь она выполнена в таком роторном стиле. Опять дизайнерские решения, не знаю, необычно. Решайте сами. Так, дальше у нас, интересно, есть вентиляция и подогрев сидений и подогрев руля. Из режимов езды у нас здесь их 3 плюс 1. Значит, есть эко, который позволяет экономично управлять автомобилем. Нормальная повседневная езда и спортивная, которая увеличивает отзывчивость педали газа и самого руления, оно становится более острым. И если задержать эту кнопку, то у нас включается режим Eco Plus, который восстанавливает все настройки сбережения электроэнергии на максимум. Так, например, рекуперация автомобиля, то есть при торможении автомобиль будет тормозить значительно жестче, чтобы аккумулировать больше энергии. Значит, нам обещали то, что для этого класса автомобиля здесь достаточно много места. Спереди я выстроил удобные для себя настройки, сзади мне уже начинает немножко поджимать. Но если мы передвинемся сюда, то здесь чуть получше. Все равно мне места недостаточно. Кстати, здесь у нас батарея располагается в задней части автомобиля, и она абсолютно никак не влияет на емкость багажника. Такой у нас подлокотник маленький. Два подстаканника. У нас есть тут подогрев сидений сзади. Это хорошо. Здесь у нас есть зарядка 220 вольт. Я пошутил, что можно подключать стиральную машину, но это абсолютно не смешная шутка. Здесь у нас две батареи. Первая 39 кВт-час, которая выдает 136 лошадиных сил и позволяет автомобилю проехать 289 км. Вторая батарея у нас 64 кВт-час, которая выдает 204 лошадиные силы и позволяет проехать 455 км. А в городском режиме это число доходит до 615 км. Хорошо, давайте с вами тогда протестируем автомобиль в повседневной езде. Сейчас мы с вами едем на самом экономичном режиме. И автомобиль ведет себя очень плавно. Я уже успел немножко поездить. Первым делом будем с вами проверять разгон. Я переключаю на спортивный режим и выезжаю на трассу. Нажимаю газ пол. 3, 2, 1. Хорошо. Отличный разгон для электрического автомобиля. Но будет более чем достаточно. Так что за это сразу плюсик. Я поставил на эко-режим. Сразу автоматически скорость сбрасывается. Вместо лепестков у нас здесь уровни рекуперации. Я сейчас поставлю самый низкий, чтобы у нас не сильно сбрасывалась скорость. Вот сейчас сработал Line Assist. Он хорошо отрабатывает, показывает то, что я уже немножко съезжал со своей полосы. Давайте попробуем отдельно каждый режим, потому что здесь стоит отметить то, что режимы очень ярко отличаются друг от друга. Подвеска здесь жесткая, мы чувствуем каждую ямку. Да, то есть давайте я прям наеду. Да, прямо чувствуется, то есть я сиденьем чувствую своей пятой точкой, как автомобиль все время пружинит, и ну, он не абсорбирует, скажем так, должным образом те ямы, которые он должен. Но это компенсирует вообще самим салоном, потому что сиденье и посадка очень удобная, да, то есть
и да, я как будто в лодке прямо еду, то есть как будто мы в открытом море, и вот так вот плавно меня вот покачивает из стороны в сторону, то есть езда может превратиться в какие-то американские горки. Спортивный режим. Ну, очень агрессивно, то есть он прямо такой пацанский, агрессивный, я бы сказал, да. То есть руление, торможение, разгон и само поддержание скорости на довольно агрессивном уровне. Да, мы в режиме эко. Чувствуем себя очень уверенно на дороге. Разгоняется очень смело автомобиль. Как раз в норме. То есть никакого дискомфорта при разгоне у вас не будет. Будьте уверенными. Вот опять Line Assist. Давайте попробуем с вами все-таки круиз-контроль поставить. Круиз-контроль. Окей. Автомобиль нам показывает, есть ли спереди автомобиль или нет. Ага, мы можем выбирать расстояние, как мы хотим быть далеко от автомобиля. Я сейчас поставил, что мы хотим быть довольно далеко, и тут я могу регулировать скорость. Едем 80 км в час, ну, в принципе, вы знаете, как круиз-контроль работает. Ну и сейчас интересно посмотреть, будет ли у нас, во-первых, поставим нормальный режим, и посмотрим, будет ли у нас полная остановка. Автомобиль сам тормозит. Подъезжает, медленно крадется и останавливается. Я не пользовался тормозом. Посмотрим, будет ли... Он просто сигнализирует то, что машина спереди нас начала движение, появляется сигнал, и нам надо нажать на газ самостоятельно. Можно также, скажем так, начинать движение не педалью газа, а на руле. Сейчас попробуем. Если это так, да. То есть я просто тумблер наверх поставил, автомобиль начал движение. Идея в том, что можно вообще не пользоваться педалями газа и тормоза, когда вы находитесь в потоке, и автомобиль все будет делать за вас, а вы просто будете рулить. Да, пока мы стоим с вами на светофоре, давайте послушаем музыку JBL. Не, даже несмотря на то, что система JBL, наверное, какой-то базовый комплект, потому что музыка, не, она чистая, но она оставляет желать лучшего. То есть у нас совершенно нет басов, у нас высокие частоты. Не, вообще интересный автомобиль. Kia, молодцы. Я думаю, отличный повседневный автомобиль. Хороший маленький семейный СУВчик. Так что можно на него обращать внимание и впоследствии присматриваться к нему. Хорошая целевая аудитория. Если да, вы такой семейный человек, у вас уже семья и как автомобиль для всей семьи. А вот сейчас смотрите, опасная ситуация. Нас подрезали, вклинилась машина, автомобиль хорошо отработал, очень плавно. Так что да, если эта система включена, вы будете чувствовать, он будет вам помогать сохранять плавность при движении. Если вы агрессивный водитель и вы любите контролировать все, конечно, отключайте и тогда гоняйте. Ну что, друзья, давайте подводить итоги. Мы с вами прокатились на полностью электрическом автомобиле от Kia e-Niro. Лично у меня масса положительных эмоций. Мне нравится то, что здесь огромный запас хода, отличная батарея. Здесь специфичная управляемость и, конечно же, комфорт автомобиля тоже стоит отмечать. Из негативных вещей я бы сказал бы чрезмерную жесткость и резкость управляемой, которая повлечет, скажем так, ну, на наш с вами опыт. Ну, а у нас на сегодня все. С вами был Данила Белоконь, передача «АвтоНьюз». До новых встреч!